Пострадавшим от паводка жителям вручили ключи от новых домов в микрорайоне Берлик. Новоселов поздравил аким Североказахстанской области Гауес Нурмухамбетов. Моя коллега с подробностями. В микрорайоне Берлек вручили ключи от 51 дома. Среди новоселов и Александр Михайличенко. В микрорайоне под гора он прожил 35 лет. Однако большая вода разрушила дом жителя. Семья решила выбрать частное жилье. Огромное спасибо государству, президенту, всем, кто участвовал в этом, кто помог нам в этой тяжелой ситуации. Дом замечательный, красивый, светлый. Думаю, теплый. Мы построили дом в том году. Зиму озимовали, и он стал негодным. В дом в первую очередь завели кошку. Аким области поздравил жителей с новосельем. Все 700 домов, согласно графика и выполнению поручений главы государства, будут до 1 октября, до начала отопительного сезона, все ключи будут вручены. Сегодня вы знаете, как мы сказали, как сказал Нурахмет Канатович, сегодня на призыв главы государства отреагировал отечественный бизнес. Это сегодня крупный бизнес, как мы говорили, это Казахмыс. Семья Амировых проживала в микрорайоне Заречный. Выбор пал на частный дом, потому что привыкли работать на земле. Занимаемся садоводством, отметила Кульджауар Жексембиновна. Ризамон. Очень довольна домом. Здесь у меня и дети, внуки. Понравилось качество жилья, очень хорошее. Поздравить нас приехали и наши родственники. Они тоже за нас рады. В торжественном мероприятии также участвовали спонсоры, среди которых и представители акционерного общества «Алтын Алмаз». А также хотелось бы поблагодарить всех тех, кто вложил все усилия, знания, да, профессионализм для того, чтобы в столь короткие сроки, да, и так быстро такое качественное, хорошее жилье вам мы смогли сделать. Что хочу пожелать? Хочу пожелать, чтобы в вашем доме всегда царила только радость, смех, да, чтобы вот ваши внуки бегали, радовали вас, чтобы эти дома простояли очень долго и прослужили вам очень хорошо. Жители, получившие новые дома, также не сдержали эмоций. Жильем они довольны. В ближайшее время будут переезжать. К земле привыкли, будем на земле потихонечку. Дом хороший, красивый, там доделки продаж. Ну, доделается это все это. Так что рады очень. Дом большой. Пока мест на всех хватает. Но если прибавление будет, потом, да, может, расширимся. Спасибо всем, что дали, не оставили, как говорится, конечно, на улице, что, что да, очень переживали, довольны, очень долго ждали, конечно, были все на нервах. Ну, в дом зашли, все хорошо, все понравилось, все прямо отлично, молодцы, спасибо всем. Гарантия на дома действует 2 года. При выявлении дефектов строители должны будут их устранить. Напомним, всего в микрорайоне Берлек построят 720 домов. 151 жилье уже сдали в эксплуатацию. Камиля Хамидуллина, Дамир Искендиров, служба новостей.